пойдем в торговый центр, в общем, пройтись. Выходные наступили. Так, сейчас переходим. Жарко, время 10 утра, очень жарко. Поэтому у нас здесь спор, какой дорогой идти, чтобы меньше солнца было. Меня, наверное, плохо слышно, да, ветер свистит. Ничего страшного. У нас вот такая вот погода. Благодаря ветру можно как-то жить и дышать. Вот. Короче, пойдем посмотрим. Ой, здесь хорошо. Солнышко нет. Ладно, выключусь, потому что я прям чувствую, что ветер. Боже, вы посмотрите, какой медведь сидит. Боже мой, кто его будет покупать? Очень интересно. Пятница. Это ж уже 1 июля наступило. С нас сняли все карантины, все. Мы такие счастливые. Теперь можем жить полной грудью. Вот видите, сейчас какие лопастые. Вот сейчас вот расцветки модные. Ну вот, видите, как вот, я помню, у моей бабушки были такие платья. Так, осторожно. Диана, это не ты вступила? Я. Не, серьезно? Нет, у тебя чистые. Так, все, пошли. Случайно. Тут делают, видите? Равняют тротуарчик. Инжир там дядька продавал. Уже инжир вышел. Хотя мы были на рынке в понедельник, еще нет инжира. По крайней мере, на рынке не было, видишь, а у дядьки есть, надо купить. А то уже через неделю мама уезжает, надо инжиром ее попутчивать. Всем привет еще раз. Слушайте, вчера что-то мы ходили, бродили. Купили там то, что планировалось, все. Купила там маме подарок, ну, непосредственно в Киев повезет. Что еще? Ну, всяко, короче, разно. Потом, может быть, покажу. Вот, еле ноги приволокли. Жара, неописуемая жара. Пришли. Ну, просто, я думала, свалимся по пути. Но, спасибо Богу, дотащились. Хотя вышли специально пораньше, но как бы ты ни вышел, все равно приходится среди дня возвращаться. А это ж лежала. Я говорю, давайте попозже уборку затем. Пытаюсь всячески улизнуть от нее никуда, да, Резгер? Ой, все мокрое, посмотрите. Сейчас, короче, собираюсь в душ. Сняла хоть немножко с себя капли пота. Страшное дело. А то, что у нас это... Сейчас покажу вам. Ходили вечером, гуляли. Там кричала три котенка. Не знаю, то ли кто-то подбросил, то ли мать их ушла. В общем, мой муж, как всегда, давай возьмем. Взяли, ну там еще женщина увидела и забрала двоих. И у нас вот это вот один. Подкормим. И не знаю, что. Жалко выкинуть. Когда ночью встаю и подкармливаю еще и ночью, как его выкинуть? Сейчас покажу вам. То я проверяю. Это спит. У нас идет рабочий процесс. Работает 4 руки и еще 2 руки на подхвате. Делают такие. Диана так ухмыляется. Я не ухмылялась. Фаршик делает. Тут принеси, подай, помогаю, исполняю просьбы. Вот. Так что это пельмешки. Да, вопрос, кто не любит пельмени? Есть такие люди? Как вы считаете?
Ма. Нет таких людей, которые не любят пельмени. Я тоже так думаю. Все да. Домашнего приготовления. Это самые вкусные пельмени. Пальчики оближешь. Согласна. И вот мы же тогда делали вареники с вишнями и клубникой. Ну и, конечно же, пельмени делали. И Туташка ему вообще просто в восторге. Очень понравилось ему, поэтому вот решили еще сделать. Но, в принципе, это, наверное, только ему, потому что у нас тут все на диете сидят. Особенно Диана кинулась в диету вообще с головой, как в омут с головой. На пельменницу. Очень удобно. А есть еще, Ма, точно такие продаются эти манты делать. Такие, она больше диаметром и маленькие вот эти вот штучки вылетают. Меньше, чем пельмени. А, да, и у нас вот еще же идет эта бриллиантовая рука, как всегда. Один фильм на всех. Чтоб, знаете, так только лишь был для фона. И еще вот покажу ж вам, вы видите. Вот у нас еще спит. Ее зовут Челек, да? Она проснулась. Я ее тут... Все тут мы кормим, особенно я даже ночами встаю. Подкармливаю ее один разок. Ест это... Манку. Ну, такую негустую реденьку. Ужара несусветная. А, слушайте, мы закончили здесь эти пельмени и начали в карты играть. И тут, посмотрите, красотка наша красоточка, да? Да? Да, моя котя маленькая. Вот, играем. Сейчас будем Дианку валить. Надо. Там мама ходишь, ты. Бабушка, а, я хожу? Я хожу, ладно. Так интересно играть. А, я хожу, да? Блин. Все. Не, мне Дианку ж невыгодно валить. А, наоборот, да? Мама, слушай, я вот это с камерой сижу, надо выключаться. Я ж тут была. Короче, жара. Да, Ашкин перевесил его вон там. Купили мы там чеснок и повесил туда сушиться, да. Гвоздь там вбил. Прям в оконную раму всандалил. Но... Пластиковую. Что не сделаешь ради чеснока? Дырку прям в пластиковой раме сделал. Ну а что? Окно навсегда и гвоздь навсегда для чеснока. На следующий год будет другой чеснок. Ой, на улице, хоть на балконе, хоть немножечко легче. Ой, красота. Немножко прохладнее, знаете, солнце спряталось, ветерочек обдувает, и, ну, правда, реально дышать можно. А днем вообще такая душиловка. Да я, наверное, одно и то же говорю, да? Вот, Ма, ты смотришь мое видео, одно и то же, да, повторяю? Жарко. Ну, а что, если да... А если жизнь люди такая. Меня слышат, так я хочу сказать, что я влюбилась в этот город. Влюбилась в этот город, мама. И, наверное, ездила 2 раза в год. А как насчет жила? Ездила в 2 раза в год, то ладно, это понятно. А как насчет жить? Ну, если бы язык я знала, язык? Я бы, конечно, бы жила. А может тебе язык... дедушку подыскать? Нет, дедушку. Не хочет замуж. Здесь детей много. Ну, Ма, ну у тебя тоже дети есть и внуки, и что теперь? Это, знаешь, это прошлое твое и прошлое дедушки. Ну, мама против замужества своего. Не хочет замуж. Дедушку в сироту другой. Ну, дедушку-сироту, конечно, это только из ряда фантастики. Ну, так вот же, я ж об этом знаю. Ну, ничего. Значит, приезжай, гости.